идет. Мы в районе школы на улице Карла Маркса, которая сейчас пожарно-спасательный центр. Немножечко проедемся по дворам и смотрите, что здесь осталось из прежней жизни. Когда-то здесь кипела жизнь, туда направо. А сейчас вот такие здания. Кстати, я в таком доме родилась, выросла в поселке Устемчик. И мы не считали это чем-то ужасным. А вот здесь вот кто-то меня спрашивал снять здание. То ли это общежитие бывшего пединститута, то ли я не знаю что. В общем, обратно будем ехать, сниму. А выше на сопку гаражи. И среди этих гаражей там чуть дальше спряталась база мясная. Ну, в преддверии Нового года мы туда иногда заглядываем. Сопка. Там, если поехать по дороге вправо, то можно выехать на Пионерный. Вот улица Верхняя, 25А. Ну вот мы иногда ныряем на эту базу, и в этот раз нас приятно удивило наличие новой витрины, где представлен весь ассортимент на этой базе. Мясо у нас в основном продается на базах мороженое, естественно, никакого живого мяса нет. И хочу заметить сразу, что цены ниже, чем в магазине, на порядок. Поэтому изучаем, смотрим и удивляемся. Ну, для тех, кто интересуется ценами в Магадане, посмотрите, какие у нас мясо все мороженое. Ягненок, говядина, корейка. Сереж, а свиную шею будешь брать? Да. Угу. Курица. Куриная голень. Окорочка. Крылья по 250. Бедра почти по 300. Укороки. Свиная корейка. О, кстати, здесь индейка, Сереж, еще филе есть. Не будем брать индейку. Индейки филе с бедра. А здесь я убрала звук, потому что я немножко запуталась в ценах, что почем. И вот сами смотрите. Жаль, что у нас продается только замороженная продукция. Не как на материке, где мясо может быть живое, только охлажденное. У нас только замороженное. Ну, а цены оставляют желать лучшего. Почему иногда покупаем на базах? Потому что здесь действительно дешевле, чем в магазинах. Сами видите. Ну, это, конечно, можно сказать, сказочная цена на курицу. В магазинах она может быть запредельная. Ну, и утка в магазине 350-380 рублей килограмм. Здесь, конечно, дешевле. Утка почти 2 килограмма. И вот она выходит около 700 рублей. Мы купили уточку, взяли немножко мяса и поехали дальше. Так, кудашка курица, благояр. Это курица чуть больше килограмма. Есть Аргентина по 15, есть Парагвай по 10 килограмм, они по 140 рублей. Халяльные тушки. Есть Россия по 12 килограмм, они по 145. Ну это курочки. По 190. Целая курица, это прекрасно. У нас вообще в магазине подороже все. Так что мы все взяли, что нам надо, и поехали дальше. А эти трущобы, если кто увидит, это не потому, что у нас Магадан весь такой. Это мы едем в таком месте на окраине города, где мало что осталось. Вот последнее здание МЧС.
парке. А город весь там. И сегодня вот так метет. 18 декабря 2019 года. Ну, вот из этих мест начинается улица Карла Маркса, которая, кстати, давным-давно, когда зародился Магадан, называлась улица Сталина. Вот так вот, что я узнала. А потом ее переименовали в Карла Маркса. Ой, ничего-ничего. Вот здание по бокам. Две пятиэтажки. Это была совершенно незапланированная, неожиданная съемка на базе, потому что я вспомнила, что все спрашивают про цены, думаю, дай-ка я поснимаю. И хочу сразу заметить, что такие цены, такие небольшие, на первый взгляд, не такие цены в Магадане, не везде. В магазинах они намного дороже, и на других базах тоже. Но мы поехали дальше, не все еще куплено к Новому году.